добрый, дорогие друзья, дорогие наши подписчики, наши клиенты и конкуренты. Так мне этот слоган понравился, я каждый ролик буду начинать именно так. Всем огромный привет, всем счастья, здоровья, денег, любви. Не заканчивались, чтобы деньги. Находимся мы с вами сегодня в Махмутларе между улицей Барбаросса и Ататюрка. Будем смотреть комплекс, который находится на самом начальном этапе строительства, чуть-чуть повыше улицы Ататюрка, 750 метров до моря. А вот эта вот аллеечка очень симпатичная, только сегодня мы ее обнаружили. Назвали мы ее «Аллея славы». Здесь биографии очень известных людей Турции, которые внесли свой вклад в развитие в общем и в литературном смысле. Итак, дорогие мои, почему проект сегодняшний интересный? Во-первых, это стартовая цена 49 тысяч евро, планировочки будут у нас 1+1 и 2+1, и это гарантированная аренда. Когда мы приедем на земельный участок, я расскажу вам, что такое гарантированная аренда и какие условия предлагает застройщик. На самом деле, это случается в последнее время все реже и реже. До 500 евро у вас будет доход ежемесячный. Все, поехали дальше. Так, дорогие мои, я на месте. Вот за этим заграждением находится как раз земельный участок, где начнется строительство уже в декабре. Вот-вот 2021 года, и комплекс будет сдан в эксплуатацию в 2023 году, в марте месяце. Я думаю, что даже в начале, как говорит застройщик. Площадь довольно большая, инфраструктура, чуть попозже вернусь к инфраструктуре, расстояние до моря 750 метров, это у нас район Махмутлар, даже, скажем так, ближе к концу Махмутлару, ближе к офису Арбат Хомс. Итак, что будет на территории? Два четырехэтажных блока. К инфраструктуре возвращаюсь, прошу прощения, это у нас открытый плавательный бассейн, это детская игровая площадка, как открытая, так и закрытая, очень хорошо для зимнего периода. Это сауна, хамам, это паровая, это крытый паркинг. Вы знаете, настолько редко сейчас строят крытый паркинг, а здесь, пожалуйста, вот такая возможность есть. Много чего есть в инфраструктуре, я думаю, что вы по фотографиям посмотрите, не буду занимать эфирное время. Что касается планировочек, 1+1 с выходом в сад, со своим земельным участком, который будет прописан в ТОПУ. Это одноуровневая квартира 1+1, 63 квадратных метра площадь. Одноуровневые квартиры 1+1 уже со второго этажа, это 45-48 квадратных метров. И дуплексы на верхних этажах 2+1, 81-89 квадратных метров. Напоминаю, что на данный момент стоимость стартует от 49 тысяч евро. Данная строительная компания предлагает владельцам недвижимости в этом комплексе гарантированную аренду. То есть вы получили ТОПУ на свою квартиру и не хотите сами заниматься сдачей квартир в аренду, вы можете обставить или можете в пустом варианте отдать вашу недвижимость в управление строительной компании. Вы подписываете с застройщиком договор на 5 лет с возможностью продления уже после этого срока. На 1 год заключается контракт. И деньги вы получаете сразу за один год. Теперь приступим к цене. 1+1. Планировка, если квартира без мебели и без бытовой техники, это 350 евро в месяц. Если с мебелью 1+1, 450 метров. 2+1 без мебели, 450 евро за месяц. И с мебелью квартира 2+1, 500 евро. Так что вам не нужно думать о том, получу я деньги за месяц за аренду, будет ли у меня арендатор, не будет, неважно, будет он у вас, не будет, вы получаете сразу сумму за год в течение 5 лет и можете также продлевать этот срок. Дорогие мои, мне кажется, это предложение редкое, выгодное и цена хорошая от 49 тысяч евро. Дорогие мои, кратенько резюмируем. Находимся мы в Махмутларе и рассматриваем с вами сегодня комплекс на самом-самом начальном этапе строительства. Старт стройки декабрь 2021 года, и строительство будет закончено в марте 2023 года. Рассрочку застройщик предлагает на 1 год, если вы оплачиваете 30% и уже, соответственно, 60% и 100% это 2% скидочка и 4%.
пишите по номеру телефона на экране, и будем с вами подробно общаться, отправлять вам прайсы и планировочки. 750 метров до моря, комплекс с инфраструктурой, район Махмутлар, 2 4-этажных блока. На сегодня я с вами прощаюсь. А, еще, пожалуйста, скажите, пожалуйста, вот мы уже 10 дней как снимаем проекты на этапе котлованном, на заключительном, на начальном. Интересны ли вам эти предложения, или хотелось бы все же что-то посмотреть с рынка вторичной недвижимости? Жду вашего ответа. Лайк или дизлайк. Аргументируем. С вами была Татьяна Пикер. Пока-пока.